В самом Донбассе тем временем силы самопровозглашенной Луганской народной республики сегодня начали отвод от линии разграничения орудия калибром меньше 100 мм. Это предусмотрено договором, который стороны подписали на днях. Утром со своих позиций на 15 километров в тыл уже ушли более 50 танков. В Луганске подчеркивают, за процессом следят наблюдатели ОБСЕ, которые ведут учет техники. По плану, вслед за ЛНР, через две недели отвод вооружений начнут и в соседней ДНР. В свою очередь, в Киеве представители командования сегодня также заявили о готовности убрать орудие.